розовый, все разбили, плюс коричневый. Будет грязь. Ну такая грязновая. В общем, весь фон замазать. Да, да. Вот, вот здесь. Белилиц не хватает. Потому что на палитре ты толком все равно не увидишь. А здесь увидишь. Ну что это такое? Так, возьмем большой мастихин. Вот что вот это ты делал? Скажи мне, вот что? Как начала вот дрено и продолжаешь дрено. У нас же здесь вертикаль. У нас еще есть штрих. Смотри, штрих. Теперь к этому тоже штриховательно будешь набирать вот эти утемненные, уходящие в перспективу. Можешь забить все-таки, холст, ты видишь, как болтается. Можешь забить в него уголочечки эти. Вот такими действиями, вот такими штриховательными. Вот этот пластилин просто так, он здесь не нужен. Здесь нужна окраска, но в такую вот меру, вот такой. Поэтому то, что ты сейчас накидала, не сбрасывай. Пусть оно тебе помогает просто более скользко пользоваться. Темноты. Коричневый, голубой, коричневый, розовый, голубой, розовый. То в пользу одного, то в пользу другого. Набираем. Крыши, стены, все очень геометрично, набираем. Самое светлое, можешь чуть-чуть вот в этом месте пока дать, потому что если ты сразу начнешь пытаться все нарисовать, будет каша просто. Поэтому здесь где-то дашь настроение уходящего в перспективу города, у которого все светится. Ужасная создала себе палитру и ужасную ситуацию на холсте. Но теперь выруливай. Значит, здесь у нас отражения, в которые входят и розовизны, и разбелы всякие, и все. И вот эту гадость с палитры сними, потому что она будет мешать делать вкусно. Ага. Получается с желтым, который входит в эту грязцу. Отвратительный получается цвет. Поэтому в пользу розовизны первые звуки светлого, в пользу розового, в пользу оранжевого. То есть желтый с розовизной в компанию. Иначе будет вот это вот невкусное зеленца. Хорошо? То есть зеленца и так она у тебя появится. Ты немножко подергала, уже позеленело. И используй вот эти вот звуки, вот такие. То есть горизонтали и вертикали. Используй. Вот такого характера движения наращивай на холсте. Хорошо? Не только вот эти. Смотри, сколько у тебя здесь одинаковых. Нет, я пока просто цвет как-то нанесла. Немножко порывисто наноси. Ну, чтобы это было сразу геометрично. Хорошо? Чтобы это не было вот это вот. Да? Ну, чтобы это художник делал. Есть намек на это. Ну ладно, там тоже есть. Так. Слишком это мощное зеленое. Ни к чему, чтобы оно такое было зеленое. Идея вот этих этажиков, ее чуть-чуть выразить. Идея домов, состоящих из двух половин,
одна половина смотрит на нас, другая туда, да, вот появилась кубообразность. Черный каркас его немножко выразить, вот этот черный каркас картины, где черный прямо такими, смотри, заливочками поддерживает всю картину. Розовый, голубой, розовый, коричневый или голубой, коричневый. Вот этот каркасик чуть-чуть подпустить. Ритмы фонарей. Город, это ритмы уходящие. Это ритмы уходящие. Они должны создавать эти струи. Ты видишь, да, вот этот поток туда. Несколько такой взрывной характер дальника с его цветами, который будет дополнен фарами машин и дождем. Машинки-то я уж точно не нарисую. Значит, прежде чем машину рисовать, рисуем танк. Смотри, танк. Вот такой. С отражением. Ну, чемодан такой. Потом на нем появляется свет на капоте. Какой-то там рельеф местности. Свет на макушке. Очерченность силуэта. Вкусный звук. Очерченность силуэта. Подожди, ты ж смотри. Который раз машинки рисую, но я все никак не могу. Вот эти отражения. Ну и потом цветнотики там на крыше, может быть, какой-то цветнотик. Здесь какой-то цветнотик. Ну, я не знаю. Ну, так легко. Так, вот с этим что делать? Развивать. Давай. Смотри, какой там хороший, темный. Голубой тоже видишь? Или только я? Видишь, да? Ну просто я смотрю, вот я, вернее, показываю, что, например, там нужно увидеть. Нарядный цвет, да? Нарядный цвет. То есть это свет, который попадает на металл и блестит. Поднимаем на ребро. Раздавливаем. И чуть-чуть лужистый характер подбрасываем. Здесь доработать. Здесь недоработано. Немножко совсем этим пообщаться.
хорошо? Ну испорчу. Ну зачем? Ну здесь же, собственно, это самое главное. Выучив это, можно потом любые городские мотивы ночные. Смотри, какие в окнах, да, вот цветы. Ну, на крыше. Раз. И засияло. Раз. И засияло. Так давай, давай, учись. Что не умею? Понятно, что не умеешь. Ну не получится все равно. Вот. Ну что за мантра странная? Это вот что получилось? Ну, кошмар, ужас. Ну неприлично ученику говорить, ну все равно не получится. Ну это все равно тогда еще топать ногами надо. Да, сейчас я скажу, а что вы думаете? Плакать. Плакать будем. Главное, как тебя поддержали. Да, да, да. Как всех сразу эта идея понравилась. Да. Вот эти отражения, да, смотри, как они... хороши. Может быть, не все подряд эти автомобили там, но еще часть какую-то их все-таки. Наверное, мы так рисовали, чувствуем. Вот какую-то я нарисовала. Он полетел. Они все на уровне... Да, полетел автомобиль. Хотя сам по себе симпатичный. Тоже темное пятно воткнуло. Катя, молодец. Не гордимся тобой. Знаешь, иногда даже вот можно очень приблизительно, но от того, что оно конструктивно, в похожем звучании, оно кажется тем, что мы изобразили. Разноцветицу эту набрасывай. То есть вот здесь, допустим, как разбел... Вот здесь вот ничего не, уже не надо. Ага. Допустим, разбел голубого, допустим, бирюзовенький, вот здесь на палитрочке валяется. Создай себе условия для чистых цветиков. И вот он город, вот он. Из всяких геометрий. А вот здесь вот что-нибудь надо будет? Вот здесь вот. Более обобщительно. То есть, конечно, можно посадить здесь какой-нибудь ресторан. Ресторан. Дать ему крышу. А может быть даже маркизки. Ну, к примеру. А может быть даже человечки. А может быть даже столы. А может быть, да. Ну, к примеру, вот, понимаешь, чуть-чуть намек на содержание. Давай так. Машину не пробовала сама, да? Нет, больше не стала. Ну, как хочешь, зря. Вот эти беляки, они да? не могут там быть. Они могут быть на крышах, но они не могут быть здесь. Ну, хорошо, надо было вот так. Все беляки – это отражение вот этих вот вещей. И ничто другое. Ой, как классно. То есть создаем идею лужистого, лужистого. И чуть-чуть сбиваем. Беляк может пойти, просто быть потянутой светлой краской. Но не...
Ну там белый, беленькие звучики, вот эти. Червяки эти не грызем краску, а сбиваем. Сбиваем. Раздавливательно сбиваем. Поняла? А ты ее вот так тянула. Так. Смотри, если здесь красный, то вероятно он должен как-то отразиться. Ты видишь, даже, даже уничтожая твою, я все-таки сохранил поисковый характер уничтожения. То есть я не просто убивал все, а потихонечку смотрел, не получается ли от моего перебития чего красивого. Тоже могла бы быть фигурка темненькая. И даже компания фигурок. Сюда, ближе к центру композиции. Не где-то в другом месте, а ближе к центру. Обрати внимание, что происходит. Это была клякса, которая дополнена цветом и дополнена светом отсюда, так же как на машине бликует свет. Вот, и в ней уже можно угадывать кого угодно и что угодно. Можно еще и руку выставить. Можно выставить. Так. Так, а вот это вот ничего. Сейчас, подожди. Идея тротуара. Тротуарчика. Идея тротуара. Логично? А я думал, у меня тротуар вот так вот. Нет? Ну, нет, хочешь это, так. Не, хочешь, не надо, еще прибавим, будет. Ну, как бы... Так, как что бы у нас тут еще можно подсунуть? Красиво. Красивый. Очень симпатичный вид. Вот мне бы хотелось вот это вот передать. Это никак нельзя вот это вот сделать? Вот. Ну, давай кистью перемелем и добьемся этого. Ну, что, как бы туман дождь. И вот так. Да. Класс. Ну, если хочешь, что-нибудь добавь еще. Вот это вот доделать? Красиво, а чем он нет, тебе вот, нравится? Вот так же. Нет? А может, можно здесь сделать, а здесь не делать. Или только пару звучиков сделать. Да. Может быть, какие-то провода попробовать. С каким-нибудь... Шариком. С каким-нибудь... Ну, я не знаю, к примеру. Светофор там может какой-нибудь. Да. К примеру. Ну, я не знаю, если хочешь, можешь от него избавиться. Но он как бы, видишь, туда тоже, этими своими. Ну, классно. Я чувствую, какая-то совершенно...